1 апреля 1943 года. 649-й день войны. Сегодня Иосифу Сталину пришла телеграмма от архиепископа Куйбышевского Алексия. Православные христиане города Куйбышева стремятся принять материальное участие в общенародном деле защиты Родины. Верующие и священники внесли в Госбанк 594 тысячи рублей на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского. Жертвуют не только деньгами, но ценными предметами – золотыми часами и кольцами. В районе Нижней Кубани командование Северокавказским фронтом готовит к наступлению 56-ю армию. Главная цель – освобождение Таманского полуострова от врага. В этот день в резерве Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии находилось 9 полнокровных полевых армий. Маршал Жуков и начальник генерального штаба маршал Василевский приступили к разработке планов создания степного военного округа, расположенного в тылу Курского выступа. Этим войскам предстояло в ходе Курского сражения сыграть решающую роль при переходе в контрнаступление и уничтожении двух германских ударных группировок. В Ленинграде работники жилищного хозяйства пообещали отремонтировать сверх плана 250 квартир для семей военнослужащих. Это начинание было поддержано во всех районах города. Благодаря общественной инициативе будет отремонтировано 6 тысяч квадратных метров жилой площади. Новые квартиры получат семьи защитников Родины.